так мешает. Мама. Привет. Иди сюда. Так это мамино блюдо. Я сейчас на руки иди сюда. Расскажи нам, что тут. Что здесь? Синенький перчик, запеченный в духовке, почищенный. И замороженный. И кинутый в заморозку. И? И будет очень вкусный салат. Режем, да? Да. Режь. А что еще сюда нужно? Чесночок, лук. Лук? Да, и лук? Сырую. Если не хочешь, мы будем только чеснок. Наверное, что-то одно. Немного. Сейчас я чеснок достану. Яйца и майонез. Я думала, ты сделаешь одно яйцо, думаю, если не будет. А, домашний? У меня горчицы нет для того, чтобы сделать. Не, ну если у тебя есть майонез, то нет вопросов. Я думала, если не будет майонез. Сейчас я чеснок почищу. Можно и через блендер, наверное. Может, икра. Будет икра баклажанная, только с перчиком. В одном виде. Ой, ароматный. А чеснок, наверное, тоже порежем, да, просто миленько. А нет довилки? Ну, есть довилка, но... Зачем потом еще мыть довилку? Не, ну он более дает свою. Мне так больше нравится. Лед. Я голосовала за кинзу, а мама за петрушку. Ну, маму надо слушать. Поэтому порежем петрушку. Вот. Я хотела показать, смотри, мам, если сравнивать. Mm-hmm. Вот это наш. Не, ну это разные сорта. Да, разные сорта. Просто мне говорили, у вас это не розмарин. Это розмарин тоже, просто другая разновидность. Вот это из Турции привезенная. И тут пахнет елкой, ну и камфорой, но этот более насыщенный. Может быть, пустит корешок, посадим. Вот. Так что, все-таки петрушку, да? Угу. И одним помидором мелко-мелко. И режем петрушку. Можно немножко мяты. Тоже чуть-чуть. Чуть-чуть. Один помидор. Помидоры, конечно, вкусные вот эти, бесподобные. Мочка, ну дай. Перцы были спелые, такие большие. Ну это уже такие осенние, да? Уже да, не, да. Не первые. А я закручивала, когда я это пекла в духовке. Он сам резал. Ну вы и горячий такой делаете всегда салат и закручиваете такой такой. А это полуфабрикаты. Что, совсем мелко или так кубиком? Сейчас с мамой пока нет дождя, пойдем лилию соберем. Ну не все. Что для красоты осталось. Приходим, я сейчас пойду одену кофту. Легче. Это вместе с соком туда? Да. Такое соединение прошлогодних овощей со свежими. Да, они были заморожены. Чисто метафорический сквозняк.
Смотри, не разморозилось. В холодильник я поставила в тарелку. Вытащила с маночкой. А может мы это заправим не майонезом, а оливковым маслом? Давай. Все посыпать? Нет, еще ничего, я ждала маму. Давай. Давай я буду держать, а ты сыпь. Нет, так мама же знаешь. Давай, как. Давай, сыпь. Сыпьте. Как умели? Поперчили. Добавлю имбирчика. И заодно попробуем масло, которое мы с Турции привезли. Вот такой красивый цвет такой. Ага, не горчит, интересно. Угу. Попробуй. Да плесни. На меня покажи. Что, горчит? Нет, очень вкусно. Нет, вкусно. Попробуешь? Угу. Вкусное масло. Вкусно. Вкусно. Ложку я меняю. И бутылка. Хорошая. А я ради на бутылку купилась. Хоть она и пластиковая. Вот возьми, попробуй, если что, кинь пару ложек майонеза. Мне такой красивый цвет не хочется. Нет. Ну тогда каждый себе. Каждый себе майонез такой. Кто захочет. Салат. Салат встреча прошлым с настоящим. 2020 год. 21. На меня покажи. Вкусно. Что не хватает? Соли? Нет, мне по соли нормально. Мне кинзы не хватает, но ну, в смысле не хватает. Мне кажется, было бы красиво и вкусно. Можем пробовать? Да, дай маленькую. Вкусно. Вкусно, да? Все? Угу. Нет, тут не рви, уже давай там, оставь, пусть чуть подцветет. Вот видишь, помогли, вот, срезали прямо. Ну, кому кто-то букет свои, наверное, мандри какой-то понес. Мама у нас собирается делать настойку, да, вот целебные свойства лилии всем широко известны. А делаешь на водке или на... На водке. На водке? Да. Не на спирту? Не, на водке. А еще как-то делает масляную настойку, я читала. И, масляную. Да, масляную. И я делала еще, читала, не делала, а читала в меду. Именно как от простуды средство. Она идет как обезболивающее, как... Ну, она вообще, это на водке считается, что обезболивающее вот от суставов. Вообще лилию считают цветком Девы Марии, потому что как символ чистоты, невинности. Вот настоящее чудо. Икона, которая во время службы к праздникам начинает мироточить, а еще говорят, что и кровоточить. А пахнет, да, мама? Там пахло от нее. Пахнет, да. Вот так пахло такой лилией? Ну, не совсем такой. Персональный край. И такая ароматная работа у нас.
А есть такие духи, Лариса? Масла, духи, ну, есть, наверное, еще. Ну и что? Надо пароль нажимать. Не нравлюсь я ему. Фейс-контроль не прошла. Ну я, наверное, мелиссу и душицу. А что? Что нет? Баночек таких нет. А какая? Она все равно такое ароматное. Мне надо. И куда мелиссу ты поставишь? Да куда угодно. Я и в мясное добавляю, и чай можно добавить. И... Чай лучше так, как будет там, наверное, говорить. Это так посыпать, тоже мясо посыпать или. Так не посыпать, да так. Оно нежнее пахнет. Вон она цветет вот там, вот тоже такими сиреневыми цветочками. Можно, знаешь, цветы. Она Матаренко называется по-украински. Тимьян. А это орегано. Орегано душица. Чуть-чуть поближе, покажи мяско. Вот какие рабочие механики одеваешь, когда... Да, покупает сам в спортивном магазине. Ну все, выключай. На красную? На красную. Мы с папой... Знатные... Мангальщики. Папа шеф. Я помощник повара. Да, папа? Дрести. Всем приятного аппетита. Спасибо. Так, давайте, а то мы уже проголодались, пока ужарились.